Восстанавливать свой трудовой график и планировать доход. Самому решать, когда рабочий день, выходной или отгул. Об этом мечтают многие, но далеко не все решаются так свою работу организовать. Семен Богданов решился и сейчас осваивает профессию видеографа. Небольшой опыт видеосъемки у него был, но чтобы нормально зарабатывать на этом, нужны углубленные знания. Полностью структурированная, изложенная информация, которая позволяет человеку, который даже никогда не занимался видеографией, в моем случае, начать делать красивый видеоряд практически с нуля. Рассказываются и основы видеомонтажа, как работать с световыми схемами, какую камеру лучше выбрать, технические особенности. Выбрать специальность, выучиться и открыть свое дело помогает в школе самозанятых работой на себя. Это проект Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Запустили его в этом году, и вот первые 140 выпускников получили сертификаты. Мы попытались дать всем самозанятым на старте важные знания именно для начала, да, ведения своего дела. Пусть это еще нельзя назвать бизнесом, предпринимательской деятельностью, но это важнейший старт. И в этот старт нужно заходить максимально грамотно. Профессии для школы подобрали, исходя из запросов, это кондитеры, парикмахеры, стилисты, визажисты, мастера маникюра. Всего 14 направлений, и это не предел. А обучение для всех бесплатное. Я очень давно планировала пройти обучение, искала разные школы, приценивалась и в какой-то момент увидела баннер о том, что школа самозанятых запускает обучение, и одно из направлений – курс «Стилист с нуля», и решила, что это знак. Кроме практических навыков по выбранному направлению, ученики школы самозанятых получают базовые знания по ведению бизнеса, планированию и продвижению. Лидия Романченко, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.